Шепти Виктор Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, а эфир прямой, да? Да. Да, здравствуйте, Альбина. Ну вот вы прошли сейчас по выставке, поделитесь первыми впечатлениями, как вам Мина Новоуральск 2015? Я вообще всегда с удовольствием в Новоуральск приезжаю, потому что всегда с изюминкой все делается, да, и креативно. Есть, конечно, у нас сейчас большой опыт выставочной деятельности в Свердловской области. Уже 6-я традиционная выставка «Инопром» была проведена в июле с посещением первых лиц государства. Мы видим, как на высоком уровне и масштабно проводятся такого рода выставки. Конечно, здесь масштаб меньше. Вот. Но здесь, вот, мне кажется, те, кто представлен на выставке, берут качеством и новизной оборудование. И приятно, что это все своего производства. Здесь очень высокий кадровый потенциал. Здесь та база, которая частично была утрачена, да, производственная, но она все-таки используется. Нашлись новые варианты ее использования, производства вот тех же насосов для буровых. Вот мы только что прошли, посмотрели каталитические нейтрализаторы для автомобилей. И даже вот такие обыденные, казалось бы, вещи, как продвижение речного туризма. Это значит, что ребята готовы заниматься собственным бизнесом, как-то не сидеть на шее ни у родителей, ни у государства, продвигать. И как раз вот такие выставки – это хороший такой момент для продвижения и тех, кто ремеслами занимается, и тех, кто занимается уже серьезными промышленными разработками. Ну, примечательно, что и на Новоуральск первый день нашей выставки совпал со съездом «Единой России». Немножко об этом мероприятии расскажите. Ну, это не совсем съезд. Мы ушли в этот раз от таких стандартных форматов, как проведение конференций, либо заседаний, и провели в виде сессии стратегическая инициатива. Почему, наверное, ни для кого уже не секрет, что сегодня 18 сентября, ровно через год, в этот же день, будут проводиться в России выборы Государственной Думы, в Свердловской области выборы законодательного собрания. В 35 муниципалитетах будут проводиться выборы местных дум, а сейчас вот на местных депутатов очень много возлагается задач по организации работы муниципалитета, финансированию, продвижению программ. Это очень важные выборы. И мы договорились, что мы должны, во-первых, посмотреть, как программа реализуется, с которой уже Заксобрание работает с 2011 года, да, ну, наша партия «Единая Россия», когда шла на выборы, что сделано, что не сделано. И у нас, кстати, очень такое позитивное впечатление, много сделано, в том числе детские сады. В этом году будут очередь ликвидирована полностью, хотя она была огромная, 70 тысяч. Начали строить дома для переселенцев из бараков, из ветхого жилья. И много таких вот направлений, но нам надо не стоять на месте, не гордиться тем, что сделано. Нужно найти, что не сделано, во-первых, накидать программу, по каким направлениям, по каким объектам. Здесь, допустим, в городе, вот глава города Машков Владимир Николаевич, мой хороший товарищ и друг, подал хорошую идею, а не выделить ли в отдельную программу ремонт лифтов в домах. Это касается каждого человека. Если лифт старше 25 лет, он и опасен становится. И вот такие конкретные предложения мы обсуждаем. Также качество капитальных ремонтов домов, оно должно быть в приоритете. Какие-то, может быть, новые возможности поддержки людей, которые оказываются в сложной жизненной ситуации. Не так-то сейчас шоколадно все живут люди. Вот мы это обсуждали, очень заинтересованный разговор. Мы будем готовы с интересной программой выйти уже на выборы. Понятно, что партия «Единая Россия» готовится к выборам, да, они уже не за горами. Вообще, как настроение? Утром на год. Бодро, позитивно? Оно бодро и позитивное, потому что те выборы, которые состоялись 13 сентября, то есть вот они только закончились, у нас ни одного дня паузы не было. Мы сейчас по всей области проводим вот такие встречи в рамках сессии «Стратегическая инициатива». И мы видим, что результаты выборов, которые прошли, для нас позитивны. 71% замещаемых мандатов, которые были в области на разных уровнях выборах, разыгрывались, скажем так, за нашей партией. Поэтому, ну, это и большая ответственность в том числе. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, очень интересно. Новоуральская вещательная компания продолжает прямую трансляцию с Инна Новоуральск 2015. Новоуральская вещательная компания продолжает онлайн-трансляцию из концертно-спортивного комплекса. Буквально через несколько минут начнется церемония закрытия первого дня выставки Инна Новоуральск. Владимир Николаевич, о впечатлении первого дня.
Как там школьники писали в сочинениях, усталые, но довольные, мы вернулись домой, да? Вот так. Поэтому, да, немножко уставшие, поскольку большое количество и до этого подготовительной работы, конечно, было сделано. Я искренне всем благодарен, кто участвовал и в подготовке здесь выставки, и очень серьезные ремонтные работы, практически круглосуточные были на центре поддержки предпринимательства нашем. И молочный завод готовился, поскольку иностранцы нам помогали, да, и поляки, и вы были на заводе. Моцареллу удалось попробовать? Да, все удалось попробовать. Самое главное, что все уже, конвейер запущен, и сегодня уже шла упаковка продукции, так сказать. Поэтому я еще говорю, можно там тысячу раз говорить, кризис там, инфляция, девальвация, временный спад. Вот надо работать, заниматься делами, особенно в кризис, занимать те ниши, которые сегодня освобождаются в связи с введением санкций. Вот. И не только в промышленности, это и в сфере вот, производства продуктов питания и в любых других сферах. Поэтому сегодня у нас 15-я выставка, но первый инвестиционный форум. Значит, очень большое количество круглых столов, дискуссионных площадок, культурная программа. И я думаю, что первый глин не комом. И с этого года уже мы переведем нашу выставку в ранг инвестиционного форума. Значит, большое количество гостей, в том числе и из других регионов, с городов. Зато правительство Свердловской области было представлено сегодня. Сам премьер-министр приехал, пастор, и многие министры были, заместители министров. Мы подписывали здесь сегодня соглашение о конкретных проектах, так сказать. В том числе уже с подписантами были на объектах, где смотрели, как этот проект реализовывают. Поэтому слегка устали, но вот довольны. Значит, завтра у нас ярмарка открывается, завтра и послезавтра. Поэтому я приглашаю всех горожан на ярмарку с тем, чтобы приобрести те интересные товары, которые здесь будут продаваться. И промышленная группа, это от Ингушетии до Северов. Значит, и продовольственные группы, в том числе и овощи, и фрукты, и варенье, и мед башкирский, так сказать, и рыба с Волги, и так далее, и так далее. Поэтому все не перечислить. Значит, более 50 участников ярмарки. Так что работа форума продолжается, и завтра еще ярмарка. Всем огромное спасибо. Новоуральск – лучший город Земли. Сегодня было и немало посетителей, горожан, причем и детей, и взрослых. Надеемся, что и завтра придут посмотреть на выставку, на инвестиционный форум и на Новоуральск. А Новоуральская вещательная компания продолжает онлайн-трансляцию. И начинается церемония закрытия. Первого дня. Спасибо всем. Торгово-промышленной палаты Новоуральского городского округа.
Награждается Бекетова Елена Геннадьевна, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Новоуральская торговая компания». Елена Геннадьевна, мы ждем вас на нашей сцене. Дипломом торгово-промышленной палаты Новоуральского городского округа награждается победитель территориального тура национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Негосударственное образовательное частное учреждение «Автошкола ЮМАКС». Мы просим подняться на сцену Андрея Витальевича Демакова, директора «Автошколы ЮМАКС». Виктор Васильевич, спасибо большое. Теперь перейдем к городскому конкурсу «Предприниматель года». Наш конкурс проводится с 2010 года с целью популяризации предпринимательской деятельности и поощрения представителей предпринимательского сообщества за вклад в экономическое развитие города. В оргкомитет конкурса в этом году поступило 56 заявок по 8 номинациям, в том числе 26 предпринимательских проектов. Стоит отметить, что активное участие приняли школьники и студенты нашего города. Ими было подано 15 заявок по номинациям «Лучший школьный проект» и «Лучший молодежный проект». Год от года количество участников увеличивается, повышается уровень подготовки бизнес-проектов. Все это говорит о росте популярности конкурса и предпринимательской деятельности в целом. Для подведения итогов и проведения церемонии награждения победителей и лауреатов городского конкурса «Предприниматель года 2015» организованного администрацией Новоуральского городского округа при финансовом содействии топливной компании «ТВЭЛ». На сцену приглашаются глава Новоуральского городского округа Владимир Николаевич Машков, исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» Вадим Васильевич Раев. Владимир Николаевич, несколько слов. Всем огромное спасибо за организацию всех мероприятий нашего, теперь уже, я думаю, ставшего традиционного инвестиционного форума. Огромная работа была проведена и здесь, на этой площадке, на других площадках города. Сегодня очень много у нас гостей, причем гостей таких рабочих, начиная с председателя правительства Свердловской области, который также высоко оценил подготовку к этим мероприятиям, пожелал всем удачи. Министры, заместители министров, главы городов, представители бизнеса и сегодня, и завтра еще будет продолжена работа. Поэтому я думаю, что первый форум нам удался, поскольку уже 15 лет мы проводим нашу выставку. Единственное, пожелаем, что в следующем году еще большее количество предприятий, и предприятия социальной сферы, и, конечно, промышленного бизнеса присутствовали на нашей выставке. И еще больше гостей. Мы все будем стараться. Спасибо огромное. Приступаем к награждению. Дорогие друзья, а теперь давайте поприветствуем наших победителей и лауреатов. В номинации «Лучший школьный проект» дипломом и призом за третье место награждаются Максим Куркин, Данил Анисимов, Егор Кукарцев. Аплодисменты вам. Мы приглашаем вас подняться на нашу сцену. Не уходите так сразу, не уходите. Господа, теперь на зрителя давайте немного поработаем. Спасибо вам большое, аплодисменты. Дипломом и призом за второе место награждается Вера Корнилова. Аплодисменты тебе.
Екатерина Смеханова. Смехнова, прошу прощения. Мария Скрябнева. Анастасия Пеганова. Анна Пермякова. Аплодисменты, аплодисменты победителям. Дипломом и призом за первое место в номинации «Лучший школьный проект» награждается Елизавета Титова. Аплодисменты. Давайте подарим всем победителям в номинации «Лучший школьный проект». Спасибо большое. В номинации «Лучший молодежный проект» дипломом и призом за третье место награждается Наталья Беляева. Наталья, мы ждем вас на нашей сцене. Наташа, не покидайте нас сразу, не покидайте нас сразу, пожалуйста, спасибо большое. Дипломом и призом за второе место награждается Антон Бузмаков. Аплодисменты Антону. Спасибо. Дипломом и призом за первое место в номинации «Лучший молодежный проект» награждается Александр Дмитриев. Аплодисменты тебе, спасибо. В номинации «Лучший предпринимательский проект» дипломом и призом за третье место награждается индивидуальный предприниматель Куршакова Виктория Валентиновна. Мы ждем вас на нашей сцене, а аплодисменты звучат в ваш адрес. Спасибо большое. Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Рок-н-ролл». Ну что ж, аплодисменты вам. Призом за первое место в номинации «Лучший предпринимательский проект» награждается общество с ограниченной ответственностью «Кареллы Третий полюс». Аплодисменты вам! Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем победителям в номинации «Лучший предпринимательский проект». Номинация «Лучший старт». Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Адистрой». Аплодисменты в вашу честь. Мы ждем вас на нашей сцене. Спасибо большое.
дипломом и призом за первое место в номинации «Лучший старт» награждается индивидуальный предприниматель Мария Алексеевна Скоморохова. Аплодисменты вам! Аплодируем всем победителям в номинации «Лучший старт». В номинации «Лучший предприниматель» среди представителей крупного бизнеса дипломом и призом за первое место награждается общество с ограниченной ответственностью ОХК «Телеком». Среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства. Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий завод». За первое место награждается общество с ограниченной ответственностью «Дедогор». Аплодисменты, аплодисменты действительно лучшим предпринимателям. В номинации «Лучший предприниматель в сфере строительства». Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Ресурс». Дипломом и призом за первое место в номинации «Лучший предприниматель в сфере строительства» награждается общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис». Аплодисменты звучат в вашу честь. Номинация «Лучший предприниматель в сфере услуг для населения». Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Фаворит». Аплодисменты в вашу честь и фото для истории. Дипломом и призом за первое место награждается автошкола «Юмакс». Действительно, аплодисменты могли и не смолкать. Лучший предприниматель в сфере услуг для бизнеса. Дипломом и призом награждают, а дипломом и призами награждаются лауреаты конкурса «Общество с ограниченной ответственностью. Налоговый помощник» и индивидуальный предприниматель Мандрыгин Александр Юрьевич. Аплодисменты лауреатам. В номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг для бизнеса». Аплодисменты вам и общее фото для истории.
номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли». Дипломом и призом за второе место награждается общество с ограниченной ответственностью «Афродита». Спасибо большое. Дипломом и призом за первое место награждается общество с ограниченной ответственностью «Бренд». Наши аплодисменты. Мы ждем вас на нашей сцене. Мы аплодируем лучшим предпринимателям в сфере торговли. В номинации «Лучший сервис» по итогам открытого голосования пользователей сети интернет первое место присуждается общество с ограниченной ответственностью «Новый стиль». Аплодисменты победителям в номинации «Лучший сервис». Аплодисментами встречали, аплодисментами и провожаем. В номинации «Социально ориентированный бизнес» дипломом и призом награждается лауреат конкурса «Общество с ограниченной ответственностью. Медицинский центр «Изумруд». Лауреаты конкурса «Социально ориентированный бизнес». Аплодисменты вам и фото для истории на память. «Лучший налогоплательщик» среди представителей крупного бизнеса. Первое место присуждается обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Альянс». Первое место присуждается обществу с ограниченной ответственностью «Госснаб». Обязательное фото для истории. Давайте еще раз подарим всем аплодисменты всем награжденным в этом году. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Компания «Технологии консалтинг сервис» учредила свои призы, и мы приглашаем вас на эту сцену для вручения их. Сертификат на разработку сайта «Визитки». Награждается Антон Бузмаков в номинации «Лучший молодежный проект». Сертификат на разработку сайта «Визитки» твой. Мы ждем тебя на этой сцене. Компания «Технология консалтинг сервис». В номинации «Лучший школьный проект» награждается Елизавета Титова от компании «Технология консалтинг сервис». Аплодисменты вновь твой адрес. Сертификатом на 3000 рублей награждается общество с ограниченной ответственностью «Карелы Третий полюс».
сертификатом на 3000 рублей награждается общество с ограниченной ответственностью «Рок-н-ролл». Потому что награда обязательно найдет своего героя. А мы приглашаем Александра Дмитриева, который также награждается сертификатом на 3000 рублей от компании «Технология Консалтинг Сервис». А приглашаем на сцену индивидуального предпринимателя Скоморохову Марию Алексеевну. Дидогор, аплодисменты вам. Мы ждем вас на нашей сцене. Можно. Тем не менее, аплодисменты звучат. Мы приглашаем на нашу сцену общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис». И вновь аплодисменты вам звучат. Мы приглашаем на нашу сцену общество с ограниченной ответственностью «Новый стиль». Мы ждем на нашей сцене общество с ограниченной ответственностью «Эко-Альянс». Аплодисменты в вашу честь. И еще один сертификат на 3000 рублей вручается обществу с ограниченной ответственностью «Госснаб». Аплодисменты вам. Мы вновь ждем вас на нашей сцене. Сертификат на 1000 рублей от компании «Технология Консалтинг Сервис» вручается индивидуальному предпринимателю Куршаковой Виктории Валентиновне. Аплодисменты звучат в вашу честь. Мы ждем вас на нашей сцене. Спасибо большое. И вновь на нашу сцену мы приглашаем общество с ограниченной ответственностью «Один строй» за свои награды. Награждается общество с ограниченной ответственностью «Деревообрабатывающий завод». Наши аплодисменты вам. Мы ждем вас на нашей сцене. Ресурс. Аплодисменты вам. Мы ждем на нашей сцене. Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» вновь спешит выйти нам на нашу сцену. Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый помощник». Мы вновь ждем вас на нашей сцене. Индивидуальный предприниматель Мандрыгин Александр Юрьевич, аплодисменты в вашу честь, приглашаем подняться на нашу сцену. И буквально еще две награды и два сертификата. Общество с ограниченной ответственностью «Афродита», аплодисменты вам, мы ждем вас. И общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Изумруд», аплодисменты. Мы благодарим компанию «Технология Консалтинг Сервис». Аплодисменты вам тоже. Спасибо большое.
Спасибо большое. Ну что ж, а сегодня действительно мы благодарим организаторов и спонсоров конкурса. Администрацию Новоуральского городского округа, топливную компанию ТВЭЛ, Уральский электрохимический комбинат, фонд Новоуральский центр развития предпринимательства. Давайте все им поаплодируем. Спасибо большое. Дорогие друзья, приглашаем всех победителей и участников конкурса на общее фото. Эта сцена в вашем распоряжении.